И снова всем привет, ребята. Я думала, сегодня будет прохладный день. Нифига, жара начинается, блин. Я уже готова все идти в душ. Смотрите, как ветка наклонилась, абрикосов сколько. И здесь, ой, прям усыпано много-много. Поглядите, что творится. Все в абрикосах. И там вон ветки, видите, они просто вниз опустились. Вот это да. Так и держится дерево этой веревкой, чтобы не упало вообще нафиг. Очень много абрикос. Но они еще не поспешат, это другой сорт, более поздний. И то ветер был после грозы, попадало, вон упали. Но их можно пособирать на, этот, на компот. Лилии в цвету. Красота. Я знаете, куда иду? Иду в огород, одела чуни свои, болот. Для болота, короче. И это. А тут уже почти абрикос нет. Вон попадали. Ой, сколько надо собрать. Ой, сколько. Офигеть. Но будут еще на том дереве абрикосы. Вот здесь есть абрикосы. А там тоже вон валяются. Упали. Иду на огород. Мне надо огурцы закрыть. Квашеных у меня, в принципе, уже хватает. Пока что. Я маринованных мало закрыла. Хочу еще баночки 2-3 закатать. А мне нужна зелень. Кстати, смотрю, мне пишут в комментариях, чтобы я добавляла в огурцы щирицу. Щирица – это по-украински, наверное, щириця. Как-то так кажут. Вот. Еще называют амарант. А я его повырывала. Портулак есть, вон. И мне надо найти вот, вот всю... А, вот это она и есть. Вот это. Вот, которую я вдоль дорожки повырубала, это и есть щирица. Но она уже, это такая зараза, я думала, это сорняк ненужный. Вот эта штука, когда она чуть побелеет, она цепляется к одежде и безвозвратно, невозможно одежду этот самый. Надо какие-то более молодые. А как, прям листой? Вот надо молоденькие взять. Оп, вот такие. И говорят, добавлять в огурцы очень хорошо. Я молоденькие порву, блин, прям с корнем. Ну ладно, это я оторву потом. Все и есть эта щирица. Называют еще амарант. Я вот ее и хочу добавить. А что, сами листочки или прям этот самый? Блин, где молоденькая еще? Чтоб без этого. Вот. Надо ж не старую хотя бы брать. Че без разницы. Это старое. Ну, хочу без соцветия вот этого. Ну, вот так вот. Хватит, надо помыть, намыть. Так, и мне нужен укроп. Так, сейчас я это здесь оставлю. Короче, зеленуха надо. Укропчик. Оп. Вот эти вот зонтики. Ой, блин, я вырвала целый укроп. Ну, так я его и буду ломать и добавлять. Я миску никакую не взяла. А вот это вот что такое темненький у меня укропчик? Это годится такой? Что он такой? Чей-то сорт такой. Он так темнеет. Такой интересный. Ой, а пахнет, срываешь. Такой аромат идет, ребята. Вообще. Очень пахнет. Блин, еще сорвала. Ну, вот веточки прям тоже можно. Так, хватит. У меня там баночки 3. Вот это я беру. Опа. Все, взяли. И еще мне нужно листья вишни. Уф, жарко, ребята. Оно парит, знаете, что после дождя и солнце вот это вышло, и оно парит. Невозможно это дышать. Так, сейчас я сюда положу. Мне надо листочки вишни. Просто вот так вот обрываю. Ну, по штучке 3 в баночку. Пойдет. Фу, жарко. Такие стараюсь брать помоложе листочки и не поеденные, не покусанные никем. Хватит. Так, это хватит, это есть. Хрен, у меня сухие листья висят там под крышей дома моего. Я что-то сегодня какая-то разбитая.
разбитая, непонятная. Так, я еще вернусь, наверное, возьму пару листиков смородины. Хотя эта смородина, у нее листья не ароматные, но все равно можно добавить. Ребята, мы пообедали, потом к нам гости заехали, мы посидели, чай попили. Я прилегла буквально 15 минут, полежала, не спала, полежала в телефоне. И понимаю, что надо вставать, мне надо малину варить. Поставила закипать малиновое варенье, вот сахар растворяется. Вот, а тем временем у меня здесь перекипятились банки. Короче, все пошло-поехало, как обычно. Огурцы буду закрывать, ребята. Я думаю, что будет сегодня буквально 2 литровые баночки. Сейчас я вас поставлю. Рецепт уже есть на канале, ребята. Оп, стоять, оп. Боже, у меня во дворе, ребята, ой, клавишу я кусь зажала, пышешу. Вы зажали клавишу. Этот самое. У меня во дворе уже, посмотрите, какой на бетоне срач. После дождя, после ветров вот этих всех. Надо убираться. Нема когда заняться этими подметалками, короче. Чайник закипает. Сейчас накидаю это. Главное не забыть замолить. Такой темненький укроп. Ну, это обычный укроп. Просто такой темненький. Так, зелени побольше. Это лист хрена. Так вот я. Оп. Хочу, чтобы они были такие хрустящие. А хрен придает именно вот эту вот хруст. Вот, первый раз кидаю вот эту щерицу, амарант. Ребята, раньше никогда не добавляла. Вот прям по 3 этих самых штучки. И листья вишни по 3 штучки. Смородины не рвала, и там достаточно будет. И по 1 зубчику чеснока в каждую банку. Он такой крупный у меня. Хороший чеснок. Оп, оп. Я разрезаю всегда его. Так, и... А где этот самый? О, уже и чайник закипел, а я еще банки не загрузила. Перец, перец. Я обязательно добавляю перец душистый, перец горошком. Всегда. Надо еще купить, кстати. Еще впереди столько закаток. Уже крупный остался, не пролазит. Через дырочку. Оп, есть. Очень удобные эти штучки. Зубочистки покупаете, не выбрасывайте. Но у меня из АТБ вот эти, они очень хорошие. Пластик толстый, долго служит. Очень удобно. Перец покупаете, сюда высыпаете. Ну, они раскрываются, поняли, эти баночки. Вот, насыпали. И очень удобно, нормально. И плюс закрывается. То есть, вот дырочка, вот она закрылась. Вот дырочка. И вот она закрылась. Очень классно, мне нравится. Так, все, огурцы. Ребята, они у меня в воде. Сейчас я эту водичку солью в воду. И, блин, я полежала, мне что-то так охота спать. Спать хочется. Оп. Сливаем воду. У меня уже помыто, я сейчас так еще раз буквально сполосну. Так. Все. Понять? Все чисто. Смотрите, когда я делаю квашеные огурцы, то я хвостики у огурцов не обрезаю, ребята. Так, вам видно? Видно. Хвостики у огурцов обычно не обрезаю. А когда делаю именно маринованные, так, чашка мешает, маринованные, то я обрезаю хвостики. Вот. Оп, вот так вот. Складываем огурчики. Есть такие прям ровненькие, красивые. С огорода, ребята, свои огурцы. Это же клево. Это клево. Пахнет свежими огурцами. Кто любит аромат свежих огурцов? Я люблю. Так, наполняем как-то компактно, чтобы максимально влезло. У меня понятно, что в 3-литровые банки. У меня проблемы с 3-литровыми баночками, ребята.
меня уже закипел чайник, я просто тут чайника хватит на эти баночки, что я два раза заливаю кипятком. Так, а эти уже просто вот так вот укладываю. Больше влазит огурцов просто в трехлитровые банки, это понятно. Этот не влезет. Попробуем этот влепить. Не хочет. Надо в конце этот самый, какие-то маленькие огурчики. Ну, вот так вот пойдет. Есть одна банка. Может даже три. У меня есть еще третья стерилизованная в кухне. Может третью добавить, еще баночку. Так, вот эти на поесть оставим, на салат совсем крупные. Я стараюсь стоя ставить сначала. Но у меня мало ровных огурчиков. Ну, вот этот пойдет. Толстенький. Вот такой. Наполняю. Вам уже надоело смотреть эти закатки. Ну, а что делать, ребята? Если я этим в основном и занимаюсь. О, малину помешать надо. Все, кипит потихонечку. Ребята, пахнет аж сюда. Пахнет капец. Я сейчас прочитала комментарий. Мне посоветовали, что Юль, а ты смешай малину вместе со смородиной, сделай варенье. Вот я думаю, у меня как раз есть смородины. Где-то, наверное, килограмм примерно. И этот самый, и малины где-то килограмм. Может действительно забабахать что-то такое. Ассорти. Было бы классно, наверное. Так, тут уже надо мелкие сверху. Огурчики. А, тут веточка. Думала, кто-то заполз. Банки у меня стерилизованные. Хотя не каждый стерилизует банки, ребята. Мне пишут, зачем ты стерилизуешь, если ты два раза заливаешь кипятком. Не знаю, привычка. Но не хотите, не стерилизуйте. Ребята, это же дело каждого. Привычка, мне не тяжело. У меня с помощью газа очень быстро все закипает. И вообще нормально. Так, корявчик тоже положу. Блин, или вот этими маленькими заполнить. Надо Лене на покушать оставить. Бо я вечно все закатываю, короче. Лене не оставляю покушать огурцов. Прикиньте. Мама, ты опять все использовала. Так, ну не хватает еще, не хватает. Так, что, положить корявчик этот? Он некрасивый. И вот еще малюпуська есть. Ну, вот так вот и будет, и все. Все, а тут нам чисто на салат. Да, на третью банку тут не будет. Чисто так на покушать. Так, все, можно еще сверху зелени на этот самый, нафигачить, кстати. Чего-нибудь. Буквально вот по чуть-чуть. Я бывает много укропа добавлю, оно аж такое укропное. Эх, ну, пойдет. Так, все, чайник мой закипел. Я заливаю кипяточком. Так, лью медленно, чтобы банка не лопнула. Наполняю доверху. Сейчас крышечки принесу, накрою. У меня уже стерилизованные крышки. И оставляю на минут 15-20, пока буду варенье там доваривать. Вернее, я его, он закипел, а сейчас 5 минут засекаю, варю варенье и отставляю. Оп, так, надо крышки. Блин, ну как мне проснуться? Капец, меня рубит. Я всегда, когда поем, а я еще пообедала, а потом мы еще чай же попили со сладостями. И все, у меня сил нет. Силы просто меня покинули. Все, пусть оно прогревается. Второй раз тоже чайником буду заливать. А третий раз уже в кастрюльке рассол, соль, сахар, там
уксус в баночке и так далее. Так, вареничка. Смотрите, ребята, сколько выделилось сока. Офигеть, очень сочная малина. Очень просто. Сейчас буду пенку собирать. Пахнет на всю кухню. Аж на улицу пахнет, ребят. Такой аромат стоит. Капец. А тут у меня огурцы, они уже практически проквасились. Еще чуть-чуть. Вон, видите, пена еще образовывается. Вот здесь, кстати, уже все. Но это раньше банка была за этот самое. А это что-то не сильно. Не знаю, это можно достать огурчик, попробовать, если достаточно. То я сегодня вот эту банку точно закрою, потому что она на сутки раньше поставлена, по-моему. А эти, видите, по-разному. Ну, не знаю, что так. Так, ребята, параллельно с огурцами я еще буду делать смородиновое варенье. Наверное, скорее всего, с малиной перемешаю. Еще у меня стоят кабачки. Это будет офигенски, как я и обещала, потому что все уже просят рецепт. Обещала показать салат из кабачков. Просто у меня даже Лена его уплетает. Это очень-очень вкусно. Короче, одновременно делаю и одно, и второе, и третье. Юля, как обычно, сразу много дел одновременно. А что делать? Время не стоит на месте, надо что-то делать. О, у меня как раз будет одна загрузка. Сейчас я все это перекручу. Будет просто бомба. Вот. Я думаю, вместе с малиной это будет вообще офигенски. Правильно мне посоветовали, это отличная идея. А почему бы не соединять ингредиенты? Аж бегу. О, полнехонько. Полнехонько. Давай. Давай. Работай. Ребята, бросила я всю свою консервацию. Мы решили сходить по мороженка. Кстати, я Лене всегда мороженое покупаю, а я сама в этом году еще не ела мороженое. Ну, так вот, чтобы целое съесть, не кушала. Да. Только у Телены откус, она мне попробовать всегда дает. У нас традиция. А если я ей случайно забуду ей дать попробовать, она такая: ты мне даже не дала попробовать. Как ты? Конечно, могла? Да. Вот. Так, кину в морозилку, может, когда-нибудь захочу съесть. Я так всегда кидаю в морозилку. А потом оно исчезает. Потом оно лежит день, второй, третий. Мама, там твое мороженое есть. Лежит, что ты не ешь. Я говорю, я потом съем. Еще два дня проходит. Мама, а что ты свое мороженое не ешь? Я не могу на него смотреть. И понимаешь? Потом через неделю я такая: я не хочу, бери, ешь. Да. Вот так вот у нас получается. Короче, бабахнул я смородину, эту перемолотую, туда, в малину. Буду вместе варить, еще сахарку добавила. И будет что-то такое бомбическое. Я запыхалась что-то. Уже? Да. Залила второй раз огурцы кипятком, они как раз стоят. Сейчас придем, я быстренько рассол приготовлю, залью, закатаю. И все, еще две баночки литровых маринованных огурчиков будут. Тут нема собачек. Помнишь? Есть. Тут собачка выходила и щеночки. Я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Я буду отбиваться, если что. Она меня саму не пускает, потому что там собаки. Ну да, Лена хотела сама сходить, а я говорю: не, я с тобой. Потому что я переживать буду. Собаки, еще ж ты растеряешься. Ну, короче. А ты что делать будешь? У меня это, как называется, гиперопека? Да. Это я. Она. Я Юлия гиперопека. Гиперопека детей. Ай, камни. Ну да, вот, потому видишь, что... Никаких собак не вышло. Да. Ой, блин. Тут мы как раз свалку проходим сейчас. А тут, где свалка, там и собаки. Они же вечно что-то там колупают, копают, что-то выискивают. Вот, и как раз зайду еще. У меня есть приправа для шашлыка, мне для рецепта надо. Еще приправа для шашлыка, может, куплю. Вот, короче, идем за крутым мороженым, которое я рассказывала. Мороженое вкусное. Найси? Да. Найси. Такая бирюзовая упаковка. Вкусная. Ты с чем пробовала? С клубникой? Я пробовала с клубникой, с печенькой и просто в шоколаде. Белая. На палочке, да. Да. Сейчас посмотрим, что там. Главное, что было. В прошлый раз я покупала, то выбор там вообще был никакой. Разобрали. А-а-а. Видно, не часто привозят. Сейчас посмотрим. Но оно, блин, дорогое. Обычное в стаканчике 25 гривен. А вот оно палочки в шоколаде я тебе брала или 31 гривна, или 32. Дорого, короче. Ну, а что, хочется лето,
Хочется мороженое. Вот она, наша свалка, ребята. Ну, тут, кстати, поменьше всего стало. Видно, как будто машина какая-то проехалась или трактор кто-то загреб куда-то как-то, да? Меньше кучи. Фу. О, козюли пасутся. Козочки. Их тут раньше не было. Не, когда я ходила последний раз, они тут... Были, да? Да. О, козочки. А там еще по нашей дороге, там еще и козлятки есть два. Да. Маленькие такие, хорошие. А тут тоже, по-моему. Да? Да. Смотри, вон только рога торчат. Видите, да? Спрятались они. Типа, нас тут нет. Ребята, смотрите, сколько улиток. Сейчас покажу ближе. Вот они сидят. На стебельках улиточки. Маленькие. Все усыпано улитками. А что вы тут делаете, а? Как на море, да? Мы на море такое видели. Все, ребята, накупили. Блин, или так мороженое подорожало, или что? Взяли разное. Того не было, не привезли. Мы только один вид взяли. Короче, с черносливом, орехами. Вот. Потом белое в шоколаде взяли. Короче, вкусненькое. А мне надо сейчас огурцы закрывать. Я могу покушать в перерывах. Надо съедать сразу, бо он мне не достанется. Да. Вон у нас красивый вид. Вон речка впереди, ребята, виднеется. Красиво, красиво. Сегодня не такой жаркий день. И легче дышать. Свежо, хорошо. Это кто тут лежал? Кися, мяу. Ты еще тут лежали? Да, все хорошо. А что ты лежишь на дороге? Что? Вообще. Что? Заплыл. Кс-кс. Глазик заплыл. Да? А ну, Кися. Это вроде нормально. Кися. А у нас ничего не видно. Да, что с глазиком немножко? Да на чья? Да вот здесь дома идут сбоку. Она тут живет. Ну и также на свалке копается. Вон, девушки, смотрите. Оп. Сейчас. Вот они. Смотри, как жуют. Ням-ням-ням. Ой, кошка об меня трется. Она что это? Козюля. К нам идет? О, еще одна. Уши такие смешные, на Альму похожи. Да? Угу. Боже, кошка трется мне об ноги. Да мне тоже. Все, пошли. Все, ребята, я уже закрыла две баночки. Огурчиков, блин, жук достал, гавкает. И еще успели собрать смородины, еще дополнительно. Но это я уже закрываю, собираю отдельно смородину, буду в холодильник складывать, соберу и отдельно еще смородиновое варенье. О, боже. А варенье, которое сейчас покажу вам. Вот, ребята, варенье, сейчас не успеваю пенку собирать, варенье, которое смешала я малину со смородиной. Знаете, наверное, не стоит так делать, ну, уже пускай будет этот самый, надо пенку собрать. Хотя здесь малины в два раза больше, чем смородины, смородина перешибает аромат малины. Ну, мне так показалось, хотя пока непонятно, оно горячее. Пока непонятно. Все, оставляю его так, оно кипануло. Сейчас я пособираю эту, короче, пенку, не могу с телефоном. И пусть стоит. Потом еще я прокипячу утречком и буду закатывать. Ребята, у меня работа кипит, огурцы закрыты, варенье до завтра оставляю. Сейчас сделаю офигенские кабачки. Вы спрашивали рецепт, я для вас отдельным видео сниму. Смотрите, с чем занимаюсь. Это такое дело, что сильно не отойдешь. Обжариваю кабачки буквально чуть-чуть. А остальное, для чего я это делаю, что это будет, но это просто рецепт бомба. Ребята, пальчики оближешь. Это просто шикарный рецепт. Просто что вот эта пережарка, далеко не убежишь, не уйдешь, руки не помоешь. Надо стоять именно здесь. Поэтому ждите, скоро на канале будет рецепт просто бомба. Потом спасибо скажет. Все, ребята, один рецепт отсняла. Завтра я его помонтирую, позже выложу вам с этими кабачками. Одна банка огурцов я ее ранее ставила, уже трое суток прошло, она уже заквасила. Сейчас буду кипятить рассол. Пока еще не стемнело, надо дозакрыть. Вот эту крышку я купила, ребята, с дырочками в Авроре. Она очень стала плохо надеваться на банку. Я, кажется, знаю почему. Знаете почему? Потому что на горячую банку я надевала, и она просто, ну, сжалась. И она очень... Вот я еле надела, а теперь вот как ее снять? Вот она не годится. А я потеряла свою, которая задвижная. Все обыскала. Может, где-то ветром вчера в грозу она улетела. Прикольно пахнет. Все, рассол будем кипятить.
Это пока прикрою. Сейчас еще баночку огурчиков квашеных закрою. Блин, ребята, у меня сегодня жук разрывается просто. Кто там ходит по улице, я не знаю. Это просто капец. Все, баночку огурцов заливаю горячим рассолом. Вьюх. До самого-самого верха. О, четко хватило. Мне надо, чтобы сверху полилось, поэтому выкипело немножко. Поэтому мы просто добавляем кипяток с чайника. Вот где пенка, там я ее собирала, но мало где попала, чтобы... Вот так, чтобы чуть-чуть как бы пролилось. Все, крышка у нас стерилизованная. Вьюх, оп, полилось. Видите, вот так должно быть. Все, закрываю. Вот. Ну, квашеные огурцы можно не укутывать. Но вверх дном я переворачиваю всегда. Мне из-за варенья ребята пишут, а зачем варенье вверх дном? Ну, не переворачивать, а я переворачиваю. Привычка, и тем не менее варенье стоит аж бегом. Опа, всегда переворачиваю. Бочковые огурчики.